Всех с праздником, да? Всем светлой Пасхи. Мама, скажи, наша тоже сейчас кофе попьет, яйцо съест. Скажи, и будет убираться за нами. Думаю, что уже вот это никого не удивляет, мои вот эти видео. Вот эта паразитка запрыгивает на стол. Я уже не знаю просто, вот куда мне стол двигать. Что она вот прямо вот с дивана сигает на стол. Это, конечно, не дело. Тут коты по столам лазят, еще и собака. Вот представьте. Я не знаю вообще, что, куда мне ее девать. Хотя уже у нас проплачен за нее и билет в приют. Но у нее еще нет второй прививки, поэтому по-любому, то есть ее рано вести. Она, конечно, мелкая. Мне, если честно, жалко ее. Я вот пока она точно еще пока неделю у меня, пока я вторую прививку сейчас сделаю, очень прошу помочь нам с пеленками. Их уходит очень много, очень. И может, у кого-то есть возможность помочь нам с кормом. Денег у меня вообще нету. То есть все, что какие-то у меня были накопления, все было потрачено на корма. Вот. И даже вот корм, который я купила в пятницу кошкам 10 килограмм, все, сегодня воскресенье, его, естественно, уже нету. Нужно опять ехать что-то покупать. В Метро вот я была на днях, там есть, ну, были, по крайней мере, скидки. Я покупала там Пурину со скидкой для кошек и брит влажный для собак. Поэтому, если кто-то может помочь нам с кормом, мы будем благодарны вам. С разбега.